Я за, чтобы народ меньше пил. Понимаете? Потому что кому нужен этот народ, если он пьян и не в себе, понимаете? Это как раз то, что нужно европейцам, чтобы этот народ уснул, спал. Надо всегда быть начеку, надо быть открытым, то есть работать. Жизнь короткая, так коротка, что мы не успеваем сделать свои дела. Если будем очень много гулять, это не очень хорошо есть на самом деле. Поэтому не знаю, я бы не согласился, чтобы укоротил бы праздники, честно.